Череповец – крупнейший промышленный центр Вологодщины. По данным последней переписи, население города составляет более 312 тысяч человек. Предприятие черной металлургии и химического комплекса, где заняты работой и большинство горожан – основа экономического потенциала Череповца. Сегодня это современный город с развитой инфраструктурой, где активно ведется строительство и реконструкция. Устоявшиеся архитектурные ансамбли дополняют новые современные здания, сооружения, места отдыха. За последние годы в Череповце выросло сразу несколько жилых микрорайонов. Построены новые и реконструированы старые улицы, дворы и скверы. Возводятся торговые и деловые центры, а также спортивные комплексы. Город развивается бурными темпами. Давайте попробуем заглянуть на несколько лет назад. Как было раньше, как сейчас и какие надежды на будущее? Эти вопросы мы адресовали рядовым горожанам и представителям власти, которые ответственны за судьбу города и его жителей. . 2007 год. В политической жизни Вологодской области происходит сразу несколько важных событий. Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания области, утверждение кандидатуры губернатора, а в Череповце к тому же выборы мэра города и депутатов местной думы. Весенние и осенние избирательные кампании проходят спокойно. Областные парламентарии утвердили выдвинутого президентом кандидата в губернаторы Вячеслава Пазгалева. Законодательное собрание возглавил Николай Тихомиров. Представлять интересы Вологодской области в Нижней палате Федерального собрания избран Георгий Шевцов. Пост мэра города металлургов занимает Олег Кувшинников, который получил на выборах более 65% голосов избирателей. Я вспоминаю 2007 год. Год, в котором произошло очень знаменательное для города событие. Мы впервые принимали всероссийский конкурс «Учитель года». Мы впервые показали свой могучий потенциал в области образования, когда открывали первую в России цифровую школу. Эта школа – это прорыв в будущее. Школа, которая показала, что череповецкое образование – одно из лучших в России. В 2007-м Череповец получил не только первую цифровую школу. В этом году город празднует круглую дату – 230-летие. А на день рождения горожане принимали сразу несколько крупных подарков. Отремонтированные исторические музеи и библиотеку имени Василия Верещагина, новое дорожное покрытие улицы Батюшкова и камерный театр. Когда-то мы ютились долгое время в ГДК «Мафос». Театр жил мечтами о том, чтобы появилось свое помещение, свое здание. И вот в 2007 году мы переселились сюда, в этот прекрасный дворец. Волейбольный центр площадью 8 тысяч квадратных метров распахнул двери в 2007-м. По уровню оснащения он и сегодня соответствует высоким международным стандартам. На открытие центра приехал глава МЧС России Сергей Шойгу. Это уникальный центр, единственный на северо-западе, который открыл новые возможности для подготовки и развития массового волейбола и подготовки спортсменов высокого класса. Президент волейбольного клуба Георгий Шевцов сравнил строительство центра с возведением пятой доменной печи. Настолько объект уникален и был построен в сжатые сроки. 5 лет назад на месте вот этого прекрасного спортивного сооружения было полуразвалившееся здание, которое ранее принадлежало ПТУ. И надо сказать, вот за 4 неполных года мы имеем очень хорошие результаты в волейболе. Команда взрослых девушек стала чемпионкой России в высшей лиге А и вышла в суперлигу. В 2007-м власти Череповца объявляют амбициозные планы – отремонтировать городские дворы. А в июне 2007-го был открыт первый свежеотремонтированный двор на улице Максима Горького. У меня внуку 6 лет, вот до 5 мы бегали все в другие дворовые дворы, чтобы на качельках покачать. А теперь вчера я гуляла прекрасно с внуком, счастлив просто. 4 года назад по инициативе Вячеслава Евгеньевича Пазгалева и партии «Единая Россия» было принято решение приступить к реконструкции дворовых территорий города Череповца и города Вологды. На эти цели из областного и городского бюджета было выделено более 200 миллионов рублей. И мы отремонтировали порядка 200 дворов в городе Череповце. И эта программа продолжалась бы и дальше, если бы не финансово-экономический кризис, который постиг нас в 2008-2009 годах. Но с этого года принято решение возобновить эту программу.
И в 2011 году в городе Череповце мы откроем 120 новых дворовых территорий. На этом программа не заканчивается. В 2007-м череповецкая молодежь смогла впервые опробовать лыжероллерную трассу. Ее открыли в Парке Победы. До лыжероллерной трассы не было возможности кататься безопасно, без автомобилей. Сейчас эта возможность появилась, за счет этого увеличилась продуктивность тренировок. Фактически эта трасса используется круглогодично. Весной, летом, осенью, как лыжероллерная трасса для подготовки лыжников, биатлонистов, ориентировщиков и полиатлонистов. А зимой эта трасса используется как освещенная. Главные объекты 2007-го. Открыта первая цифровая школа на базе муниципального образовательного учреждения «Средняя школа номер 37». Завершен капитальный ремонт Центральной библиотеки имени Василия Верещагина. Открыт камерный театр в реконструированном здании бывшего дворца металлургов. Открыт волейбольный центр. Построена лыжероллерная трасса. Благоустроены десятки дворов.